Всем добрый вечер. Короче, небольшая беда. Прихожу домой. Жена говорит, ой, что-то тумбочка не закрывается. Она реально не закрывается, потому что там что-то удерживает ее. Что там удерживает, все очень просто. Какая-то вещь свалилась туда внутрь. И в итоге мешает вот этой шухляде задвинуться. Он там держит. Открыть просто не представляется возможным. Какие-то очень ящики стрёмные, честно говоря. Я таких еще не видел. Сейчас буду пытаться что-то сделать. Первая мысль — это взять отверточку, подеть здесь, чтобы тумбочка полностью вылезла. Но, наверное, не получится, потому что это такая шухлядка, которая просто выезжает. То есть там тоже такая штука железная, металлическая содержится. И в итоге просто так ее подвинуть или отделить, вот кромку, там, где тумбочка заканчивается, да, от самой полки, весьма проблематично будет. Сейчас буду пробовать. Посмотрим, может получится, а может не получится. Должен быть какой-то способ на самом деле. Может там какие-то есть рычажки, на которые можно нажать, и оно отъедет. Но я их так, ну, покуда не вижу, будем искать. Потому что проблема остается. Она тупо не закрывается. Сейчас я это все буду изучать, и вам обязательно потом расскажу, что из этого получилось. Беда еще в том, что я не знаю, ящики эти на колесиках или нет, они покупались черти когда. Но если они на колесиках, их будет проще вытянуть. Но скорее всего это телескопические эти штуки. Не знаю. Будем пытаться. Вариант первый для колесика. Это означает, что я его чуть углублю и попытаюсь вытащить. Приподнять и вытащить. Я буду делать это не с последним ящиком, а с предпоследним, чтобы потом можно было рукой достать все вещи, которые там внизу провалились. Это фиг знает. Скорее всего, все-таки это телескопическая штука. Потому что я вижу, как она вот едет. А если это телескопическая штука, то, скорее всего, там должны быть пазики, которые нужно нажать. Беда в том, что, блин, к ним пролезть невозможно просто. Там реально телескопическая эта штука. Да. Вон она даже видит. Беда в том, что тут особо и усиков я не вижу. Сейчас что-то попробуем с ним сделать. Короче, пошли по методу наименьшего сопротивления. И я посмотрел. К сожалению, сзади убрать фанеру тоже не получится, потому что она тут прибита. Можно было это отсоединить и заново присобачить. Но я заметил вот тут внизу болтики. То есть к этой телескопической штуке сама полочка привинчена. То есть, а что если ее просто открутить и снять? Давайте попробуем это сделать. Ну что, два винтика выкрутили. Попробуем снять эту полку. Ой, слушайте, она открывается и снимается на ура. Тут действительно эти телескопические штуки, которые нифига так просто б не дались. Ну, а там куча мусора, который нужно повытаскивать. Сейчас я это сделаю. Сейчас я это закручу. И, как видите, ларчик действительно просто открывался. Достаточно было выкрутить вот эти два шурупа. Это круто. Я об этом не знал, только сообразил. Полочку спокойно себе задвигаем назад. Задвигаем назад в телескопические штуки. И их просто прикручиваем теми же болтами. Собственно, вот для нашей дырочка для болтика. Оп. Вот сюда он привинчивается. Вот. И такой же с обратной стороны. После этих маленьких манипуляций у нас получилась
Красота. Ура! Мы с этим справились. Спасибо, что смотрели это видео. С вами был Александр Шкудун. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.